Всем привет, добро пожаловать. Хочу поговорить с вами сегодня про ароматы свежие, водянистые, цитрусовые, ну, самые легкие, чистые ароматы. То есть, в принципе, те ароматы, которые, наверное, принято называть свежаками, да, вот в самом прямом их смысле, которые я, к слову сказать, уже как бы не один раз рассказывал на нашем канале, даже делал какие-то подборки зимние. Отношу их именно к зимним ароматам, потому что вот именно подобное направление в парфюмерии я люблю зимой, когда холодно, потому что все это как-то открывается, ну, по-особенному, что ли, с таким вот интересным, вот еще более усиливающим эффектом именно той самой вот свежести, вот именно от воды, там, от какого-нибудь горного того же воздуха или каких-то там определенных молекул, которые, ну, вот, передают ассоциативно какие-то эти ноты. Но многие люди все-таки любят именно подобное направление летом, в более теплую погоду. У нас сейчас как раз, кстати, наступила такая вот весна, ну, жаркая, то есть уже второй день 30 градусов, и там как бы еще как минимум дня два обещают по подобную температуру за 30 градусов. Я эти ароматы уже все переносил, начиная вот с начала месяца мая, как бы вот, чтобы более-менее подробно подготовиться. Я скажу, что лично, как по мне, все-таки мне недостаточно той свежести, которую они в себе несут, потому что все-таки, я вот еще раз повторю, зимой в мороз, вот, в минусовую температуру, вот эта свежесть, она как-то прям вот, не знаю, вот, раскрывается намного сильнее. А в некоторые моменты, конечно, от них даже бывает как-то холодно, они холодят. А вот сейчас они все-таки не холодят, но они дают, вот, знаете, такое вот ощущение, как вот как будто бы, ну, действительно, наверное, глотка свежей вот такой вот холодной воды в жаркий день. Потому что, ну, на самом деле они освежают. У меня будет 10 ароматов, из них 6 ароматов для женщин и 4 аромата для мужчин. Один, конечно, он унисекс, но в моем понимании все-таки он ближе именно к мужской парфюмерии. Так, давайте, наверное, начнем с акватических, прям таких вот ярких, заметных, где прям присутствует действительно запах воды. В моем понимании это один из таких ароматов, Жан-Франко Ферре, с длинным непроизносимым названием. Я его напишу вот здесь, чтобы вы знали. Ну, в принципе, многие из вас уже не один раз видели этот флакон в наших руках, потому что мы часто про него рассказываем, и вот в зимних подборках он у меня был. Это действительно вот аромат свежей воды, где растут, наверное, те самые лотосы, потому что это аромат про лотос, про прям такие вот холодные, освежающие альдегиды. Альдегиды и вот запах вот именно вот такой вот воды. А лотосы у нас растут, наверное, на болотах, да? Ну, конечно, тут запаха болота нет, но вот именно вот как присутствие воды, как вот, знаете, такое ощущение, как будто ты стоишь где-нибудь на берегу озера в легкий такой, знаете, вот прохладный день. Вот сейчас у нас, кстати, ветер, прямо деревья, вот листья колышутся, и вот действительно вот чувствуется, вот, как будто бы даже ветерок, вот прямо какое-то вот ощущение ветра и вот именно такой вот интересной прохладной воды и, ну, того самого лотоса с альдегидами. Альдегиды, не знаю, какие здесь, что имеется, в каком понимании альдегиды, но явно не те альдегиды, которые в пятерке, да, тот самый классический набор. Здесь, видимо, какие-то другие соединения, ну, возможно, те самые, которые вот передают именно воду, может быть, даже воздух какой-нибудь, да, вот чистый, свежий. То есть вот именно вот из этого разряда, вот именно такое что-то акватическое, морское. Прекрасный освежающий аромат, как, в принципе, и сейчас в теплую погоду, и прекрасно смотрящийся, конечно, вот зимой, как я уже не один раз об этом говорил. Жан-Франко Ферре, тендер. Аромат фланкер тендер, так вот он называется, прекрасно. Ну, в принципе, тут даже и флакон как бы говорит о том, что это какой-то, вот, знаете, такой вот, ну, камушек на морском, наверное, побережье, ну, или даже, может быть, у озера, потому что озера все-таки бывают разные, и камни бывают и там, и там. Следующий аромат, где действительно чувствуется запах воды, это у нас женский вариант Исимиаки, Лёдисей. Ну, в принципе, это вода Исей, да, с хорошей, заметной, кстати, лилией. Лилия здесь тоже, вы знаете, такая свежая. В принципе, лилию в парфюмерии тоже можно разделить на несколько таких вот направлений. Есть свежие лилии, которые часто используются именно вот в подобном направлении, в акватике, в каких-нибудь свежаках, где она тоже играет именно вот такую вот, ну, свежую, попрохладную, прозрачную какую-то роль. И есть такие лилии, которые в том плане, как, ну, продают в магазинах, которые прямо такие, знаете, зеленые, терпкие, тяжелые, свербящие для многих, потому что даже если вот принести вот букет, поставить дома, многим он, ну, утомит своим ароматом, прям таким вот немножко даже с таким вот индольным каким-то вот нюансом, да, и плюс все это с терпкой такой вот
тяжелой нотой именно зелени. Ну, все-таки те лилии, которые вот продают, которые вот раскрываются, вот так вот благоухают, они на самом деле они тяжелые для восприятия, особенно если это небольшая комната и много вот стеблей, если купить, будет, конечно, тяжело. Даже как бы мы по себе знаем, потому что я часто их покупаю, и часто я, конечно, сам от этого страдаю, мучаюсь, потому что когда они начинают как бы вот сильно раскрываться, это стоит вот прям сильный, насыщенный аромат в комнате, и порой бывает даже от него тяжело, и я вот лично вот как бы убираю его с одной комнаты, уношу на кухню, чтобы вот когда мы спим, нам это не мешало, потому что мне тяжело от него. Здесь другая лилия, я не знаю, что это за сорт, что это за соединение, молекулярные соединения, но это действительно, это вот свежая, прям такая вот водянистая акватическая лилия, и все вот именно в этом флаконе, который тоже вот освежает, охлаждает и утоляет. И в принципе он, знаете, при этом я не скажу, что он яркий, я не скажу, что он прям какой-то насыщенный в своем исполнении, вот он очень даже вот такой вот, знаете, умеренно звучащий. Может быть, это я так воспринимаю, в принципе, вот этот бренд, и также есть у меня сейчас следующий будет мужской аромат, то есть они очень такие вот умеренные в своем направлении, не как, например, тот же вот Ферре, потому что там, ну, яркое, прям такое вот сочное, вот водянистое звучание, ну, в принципе, как и у многих других свежаков. Но стоит отметить, что все эти ароматы, они все очень-очень сильно шлейфовые. Акватика, она, в принципе, вся шлейфовая, то есть если каким-нибудь восточным ароматом, ну, нанесешь на себя, его, в принципе, есть шлейф, но он обычно как-то близко к коже, да, сидит. То есть именно сам человек, сам носитель ярко слышит ароматы. А акватика, она вот вся как бы, ну, свежаки, цитрусовые какие-то ароматы, они вот все именно вот на шлейф, да, они вот на какую-то вот диффузность идут. И вот даже этот аромат при всей вот такой вот скромности и деликатности, он очень и очень сильно как бы вот диффузный в своем исполнении, что, конечно, очень мне нравится. Так, ну и давайте сразу про мужской, наверное, поговорим. Семья Акедо Дисей Пур Ом. Здесь тоже свежая, прям такая вот терпко-зеленая, прям вот прохладная водянистая нота, плюс, конечно, лотос. Это вот один, наверное, из немногих мужских ароматов, где использована нота лотоса в парфюмерии, и она, в принципе, как бы заметна в нем, безусловно. И именно много вот такой интересной терпкой зелени. Зелень, причем, знаете, вот даже, наверное, не столько травянистая, сколько, мне кажется, цитрусовая. Насколько я помню, здесь вроде бы в пирамиде есть и бергамот, и юзу. И я думаю, вот именно они дают вот такую вот какую-то вот терпкую, интересную зеленую ноту. В общем, прекрасный мною любимый аромат, который я с удовольствием использовал, как в тот момент, когда мы его приобрели. Это была у нас зима. Зимой это, опять же таки, я повторю, это прекрасно, потому что особенно лотосы. Вот лотосы, водяная лилия, не обычная лилия, а вот именно водяная. В Исимияке там, кстати, вот написано просто лилия, не водяная, потому что они тоже по-разному все звучат. И вот лотосы и водяные лилии зимой, они просто-напросто вот вообще прям монстр диффузности. Была у нас еще, кстати, вот аромат кувшинка от бренда Блюмарин, Нимфея. Мы его вроде бы продали, сейчас, конечно, я жалею, потому что аромат был, он был монстр по шлейфу и по стойкости. Он был самый стойкий, он самый свежий, самый сочный, насыщенный, яркий и, ну, даже в некоторой степени, наверное, утомляющий, потому что его стойкость была, ну, чересчур. Поэтому мы его, наверное, и продали по этой причине. В общем, прекрасный мужской вариант, деликатный, аккуратный, уместный в любое время, в любую, как говорится, погоду, при любой температуре. Ну и, по сути, наверное, для любого события. Единственное, конечно, все-таки дозировку надо всегда соблюдать. Это безусловно. Следующий аромат. Так, давайте по воде пройдемся. Ну вот, наверное, мы возьмем Хэллоуин. Здесь также есть вроде бы как морские ноты, есть лист банана. Не знаю, конечно, как пахнет лист банана, но вот и легкое ощущение какое-то вот, знаете, не столько, наверное, листа, не знаю, как пахнут листья у банана, я знаю, как пахнет сам банан и вот эта вот самая кожура. Вот есть легкое такое присутствие кожуры с легким каким-то интересным таким свербящим металлическим оттенком. И в дальнейшем, конечно, я слышу что-то вот такое вот абстрактно-водянистое. И, ну, я уже не один раз говорил, тыкву. Вот именно осеннюю тыкву, когда вот ее срываешь, разрезаешь, вытаскиваешь все вот эти вот внутренности, там, я не знаю, для приготовления, может быть, там, каши, не каши, супа, не супа, там, что-то из тыквы делать. То есть чувствуется именно вот мякоть тыквы в этом аромате. И я лично его люблю, Карина нет. Она
не любит этот аромат, я им дома не пользуюсь, я стараюсь его наносить именно на себя сразу, вот, когда я в коридоре, вот прям перед выходом набрызгался, я пошел, чтобы запах не оставался в комнате, потому что коренье как-то вот именно вот это вот сочетание металла с вот этой вот тыквой ей, ну, не близко, то есть не нравится. Я вот в восторге, хотя узнаю тоже вот по комментариям на фрагрантике, многие не разделяют любви к этому аромату, хотя действительно есть люди, которые его любят, и это вот тоже вот самое такое вот воздушное, водянистое, какое-то вот прохладное осеннее настроение. Возможно, он и называется Хэллоуин, потому что, ну, как можно назвать аромат про Хэллоуин, в котором, в принципе, нет никакой, знаете, ни готики, никакой там загадочности, никакого там вот такого ужасного настроения. Здесь вот именно за счет, наверное, тыквы и назвали, потому что это вот сам вот процесс той тыквы, когда ты ее сорвал, принес домой, начал ее вот там разрезать, вырезать, наверное, те же самые глаза, вот эти вот улыбки, да, выковырить всю вот эту вот мякоть, поставил свечку, потому что чувствуется даже вот легкое такое вот именно, ну, что с тыквой происходит, увядает, она загнивает, вот прям, ну, вот легкое такое вот порчение, скажем так, продукта, вот именно тыквенного продукта, потому что все-таки, когда вот все это вырежешь, оно же тоже сохнет, там вот морщится, и нечто вот подобное есть в этом аромате. Возможно, поэтому вот у него и такое название Хэллоуин. Не знаю, это мои такие вот фантазии на сей счет. Кто знает что-то более подробное, рассказывайте. Плюс форма мне вот напоминает вот именно, знаете, вот эти вот не колокольчика, как она называется, куда ставят либо свечку, либо клетку для птицы. То есть интересная форма, мне нравится. Так, дальше, что у нас еще с водой? Еще один аромат унисекс считается. Но я его отношу ближе к мужским, поэтому будем считать, что это скорее, наверное, мужской, чем женский аромат. Здесь действительно запах воды. Вот прям чувствуется запах вот прохладной воды. Опять же таки на берегу, наверное, моря или того же самого озера на ветру. Потому что прям чувствуется вот прям свежесть. Как будто ты вот прям вот окунулся, вышел из воды. И вот прям вот стоишь в ауре вот этого самого гиасмина, наверное. Вот. Ну, те, кто знает, что это такое, что это за молекула, кто с ней знакомый, вот прям вода. Когда, вы знаете, вот когда ты хочешь пить, и ты вот идешь, наверное, вот, или когда на улице жара, и ты вот подходишь к морю, к озеру, а тут, если еще тем более с той стороны дует воздух, да, ты прям чувствуешь вот именно приближение вот воды, вот в воздухе. Вот этот аромат, он именно про это, да. Но при этом, конечно, здесь есть какие-то цветочные ноты, легкие, такие вот ненавязчивые, абстрактные, есть цитрусы, но все это вот настолько незначительно, как бы все это настолько вот быстро развеивается в воздухе, и именно остается то самое ощущение вот, ну, вот приближение вот воды вот в воздухе, как будто ты подходишь к какому-то источнику, я не знаю, даже может быть это пусть будет тот же самый водопад, который падает с гор, да, и вот маленькие-маленькие такие вот капли вот воды в воздухе, и вот ты вот прям чувствуешь вот все вот это вот где-то вот поблизости, то есть приятный, нежный, аккуратный, прям такой чистый, свежий, как вот опять же таки глоток вот прохладной воды вот в жаркий летний день. Но, к сожалению, он не стойкий, по крайней мере на мне. Я его перестаю слышать очень быстро, вот прям вот безбожно быстро, наверное, часа за полтора, за два. Но, с другой стороны, объем большой, досталось мне это чудо бесплатно. То есть можно, в принципе, поливаться, как говорится, с ног до головы и получать удовольствие. Хотя вот я не знаю, сколько он стоит, но я думаю, наверное, недорого. Потому что все-таки Calvin Klein считается вроде бы как бюджетным брендом. Но, опять же таки, не в нашей стране, потому что у нас на Calvin Klein цена очень высокая по сетевым магазинам. В интернет-магазинах, конечно, можно найти недорого. В общем, хороший, интересный аромат, но, к сожалению, на мне лично не стойкий. Так, вроде бы вода кончилась в прямом смысле по официальной пирамиде, но если говорить по ощущениям в Lacoste, вот этот тот самый White или Blanc, как его там правильно называют, там вообще, в принципе, цитрусы, там какие-то зеленые ноты, но я, опять же таки, слышу вот свежесть вот именно воды на цветочном таком вот интересном фоне, заявлен он как мужской аромат, но у него в пирамиде есть иланг-иланг и тубероза. Туберозу я не слышу, иланг-иланг есть, но он, знаете, не такой, как в каких-то там винтажных ретро-ароматах, да, вот ароматах прошлых лет, вот именно классической школы. Он скорее вот ближе, наверное, будет к тем илангам, которые идут в сочетании с франжипани, там, с тиаре, да, вот, то есть разряды типа вот как масло маной, но только вот с водой, со свежим вот таким вот чистым каким-то воздухом, с легкой вот интересной такой вот чуть терпкой, прям вот чуть терпкой зеленью. Если говорить вот про
Пур Ом, Лё Дисей, здесь больше терпкости, это вот больше вот именно такой вот даже вот какой-то мужественности, да, вот такой строгости в этом флаконе. Здесь он более такой, знаете, вот расслабленный, что ли, вот именно как для лета, возможно, даже для пляжа или просто там для прогулки по городу, вот именно в шортах, там в Панаме, в какой-нибудь рубашке Поло, ну, в принципе, как и Лакост, это Поло, да, вот, я не знаю, они придумали или нет, но у меня вот именно вот Поло ассоциируется именно с Лакост, то есть вот это вот действительно Поло, какие-нибудь шорты, там Панама, и вот такой вот легкий, как бы незатейливый, в принципе, аромат, который, между прочим, по стойкости очень даже неплохой, с ярким заметным шлейфом, то есть здесь безусловно. Ну и по комментариям, читая на фрагрантике, многие все-таки его очень даже как бы любят. Карина, кстати, тоже его не совсем оценила, потому что есть вот какая-то вот тоже свежая нотка, которая ей мешает. И я им также пользуюсь, когда выхожу на улицу. Вот это, знаете, можно снимать отдельное видео, те ароматы, которые моя Карина не любит на мне. Ну и в основном, конечно, это мужские ароматы. Они как-то вот не все ей ложатся на душу. С нотой вот этой свежести. Свежести, да, вот свежей нотой, так. Дальше, давайте возьмем один аромат, который называется Oxygen, в котором должен быть воздух. Для меня он, знаете, несложно сказать, что это в прямом понимании слова вот Oxygen, да, вот кислород, потому что для меня кислород, наверное, как мне кажется, он должен пахнуть типа, наверное, озоном, что ли, как, знаете, вот летом после дождя вот в воздухе есть такой вот специфический запах. Я здесь ничего похожего не слышу, я слышу здесь молоко с перцем и вот именно какую-то интересную свежую ноту, которую я последний раз слышал в горах. Ну, я был в Осетии, я был на Красной Поляне в Сочи. То есть вот есть горный такой вот интересный, какой-то вот именно горный запах, но на фоне именно вот какой-то интересный, такой же тоже вот необычной молочности с перцем. Потому что здесь, я знаю, есть и молоко в пирамиде аромата, есть гордыня. От гордыни здесь очень много вот таких вот легких зеленых нот, которые тоже вот гармонично смотрятся в общем фоне. То есть мне аромат, в принципе, нравится, но был какой-то определенный период времени, когда я им, ну, не пользовался, и даже как-то было желание его продать. Благо, никто, конечно, не купил, и хорошо. То есть сейчас у меня нет такого желания. Я им пользуюсь именно, опять же таки, в более прохладное время года, потому что в холода все-таки он открывается более плотно, более как-то вот объемно и насыщенно. Хотя и когда вчера, позавчера я был в этом аромате, было тоже, в принципе, у нас на улице тепло, где-то, наверное, было градуса 24, тоже хорошо, но нет вот именно того объема, который я слышу именно зимой. То есть вот понимаете, да, вот кто-то наоборот любит такое свежее, водянистое, вот цитрусовое направление в теплое время года. Вот я все-таки отношусь к тем людям, которые любят вот все вот эти вот озоново-акватические альдегиды именно в мороз, потому что для меня как-то это, ну, как-то вот поинтереснее звучит. Но, в принципе, и сейчас тоже очень неплохо, поэтому если у кого-то есть, пробуйте, я не знаю, экспериментируйте, смотрите и решайте сами для себя, когда вам ближе вот подобное направление таких вот ароматов. Так, дальше, наверное, эскада моя любимая будет. Там не помню, есть ли вода или нет, но по моим ощущениям присутствует легкая такая же вот водянистость, тоже вот легкая такая вот интересная болотистость, скажем так, да, как и в аромате, в принципе, Ферер. Но в данном случае здесь больше, наверное, зелени, больше ландышей и огурцов. Таких вот, как, ну, я уже не один раз рассказывал про этот аромат, я здесь слышу вот именно огурцы, но огурцы сладкие, такие, знаете, необычные, как будто они в, ну, политы, наверное, медом, потому что в нем есть какая-то вот в этом аромате медовость, вот именно свежесть, такая вот огуречная свежесть, но не такая прям вот как от натурального огурца. Я не люблю запах огурцов, если честно, вот натуральных, да, потому что я их даже, в принципе, как бы и не ем. Карина часто покупает, понарежет, я, наверное, за километр услышу этот запах от огурца, и мне вот, ну, не очень, да, то есть в данном случае он химозный, прям, знаете, такой химозный синтетический огурец, и вот он не близок почему-то, при этом все это как-то достаточно сладко, с терпкой зеленью, с ландышами и вот с какой-то вот водянистой такой вот интересной, необычной нотой, хотя вот не помню, есть ли там у него вода в пирамиде или нет, но я думаю, наверное, все-таки есть, то есть вот интересно, такое необычное сочетание. Люблю очень долго уже, как бы долгое время я люблю этот аромат, но вот сколько мы, в принципе, занимаемся накопительством, да, парфюмерии, парфюмерячеством, столько я его и люблю, этот аромат. Лагуна Маравилла, вроде бы так называется наш фланкер. Это запах, это побережье, это действительно побережье, это вот какое-то морское побережье, поутру
нечто похожее я слышал в Сочи утром. Когда тоже подходишь к морю, оно там пахнет с легкой такой, вы знаете, ну вот продают даже освежители воздуха, морской бриз. Я не сравниваю аромат с освежителем воздуха, нет. Но вот именно сладкая такая вот интересная, как будто бы даже, знаете, как какая-то тропическая подкопченая, что ли, нота часто бывает. Хотя вот обычно вот такая вот копченочка тропическая, она присуща, опять же, тому же самому илангу, там, френджипани, тиаре. Здесь вроде бы нет ни того, ни другого, ни третьего, но вот есть такая вот сладкая какая-то вот легкая подкопченая нота на фоне именно морского бриза. Не знаю, вот соли даже, но соль, она не такая вот соль, как в прямом понимании, вот тоже какая-то вот особенное, что ли, вот есть в нем все это по моему восприятию, хотя пирамида там достаточно простая у этого фланкера, там вроде бы апельсиновый цвет, там какие-то тоже лимонграсс или что-то вот такое, не знаю, как бы легкое зеленое, что-то не помню, правда, но вот по моим ощущениям это вот именно ассоциация, аромат ассоциации, это вот морской бриз вот по утру, когда ты вот идешь к морю, может быть там рядом даже где-то какие-нибудь скалы, легкий ветерок, то есть вот как-то так, и на губах вот прям чувствуется, как будто как бы соль, что ли, с легким таким вот интересным подкопченным нюансом. Ну, не знаю, как-то вот так вот я его воспринимаю, и мне это нравится. Похож с классической, но в классической лагуне больше все-таки я слышу кокосика. Кокосика слышу. И последний аромат на сегодня, это у нас мужской аромат, Скульптур Ом, вот такой вот интересный флакон, ледышка, льдинка, или как правильно назвать. В нем нет, в прямом понимании, в составе пирамиды, по крайней мере, на фрагрантике, никакой воды, ни морских нот, ничего подобного, но по ощущениям оно присутствует, потому что, возможно, там какие-нибудь соединения, какие-нибудь альдегиды точно есть. И все это на фоне именно апельсинового цвета, прям вот нероли, апельсиновый цвет, то есть вот именно какие-то такие соцветия, какие-то вот такие вот распустившиеся цветы с холодной, прям что ли, вот как будто бы свежей водой. Вот мне так тоже кажется, мне так мерещится. Возможно, это играет на меня вот форма флакона, потому что как бы для меня это вот, ну, не знаю, айсберг или льдинка, действительно вот такая вот подтаявшая, растаявшая, то ли льдинка, то ли айсберг, плюс реклама там вроде, насколько мне помнится, где-то что-то скалы, какая-то вода, кто-то там ныряет в эту воду, то есть вот все вот как бы накладывается, да, вот такие вот ассоциации, возможно, может быть, за счет этого мне кажется, что есть в этом аромате вода. Но вообще, в принципе, если вот так вот разобраться, это аромат чистоты и ухоженности. Вот именно вот такой вот мужественный, да, вот мужской ухоженности, как будто вот только что там, как говорится, помылся, полоснулся, побрился, одел белую чистую накрахмаленную, гладко прям вот такую вот ровно выглаженную рубашку и вот пошел там по своим каким-то делам. То есть вот это вот аромат действительно чистоты и свежести. Пусть это будет даже не такой вот там морской, как вот до этого все было, да, вот акватическое, но тем не менее тоже свежий, аккуратный, который, ну, в принципе, говорит о весне и о лете. На фоне вот именно приятных вот таких вот именно апельсиновых цветов, именно, ну, апельсиновые цветы, нероли, не знаю, там вот что-то вот именно такое, что вот, вот эти вот самые распустившиеся цветочки каких-то вот цитрусовых деревьев, так скажем. То есть прекрасный, красивый, интересный, мною любимый аромат. В общем, такая вот у меня подборочка на сегодня вот именно свежих, акватических, в какой-то степени, может, даже зеленых цитрусовых ароматов, которые, в принципе, прекрасно подойдут именно для сейчас такой теплой летней, весенней, весенне-летней погоды. Но, опять повторю, я вот именно люблю такое направление носить зимой, либо же прохладной весной, холодной даже весной, когда на улице минусовая температура, когда еще много-много снега кругом лежит, и, возможно, даже вы знаете, вот весной, когда вот у нас, особенно в Сибири, весна, она всегда ветреная, и даже если это лежит снег или нет снега, даже вот как сейчас вот смотрю в окно, колышутся деревья, то есть ветер прям такой сильный, хотя температура у нас сегодня плюс 30 градусов, но вот весной, зимой, в мороз, почему-то вот эти вот все вот альдегиды морские, они как-то открываются более, что ли, плотно, более объемно. Ну или, может быть, я так их воспринимаю. В общем, пишите, ребят, делитесь, рассказывайте, любите ли вы акватические свежие ароматы носить летом, или, может быть, вы тоже любите экспериментировать и носить такие ароматы именно в более прохладную погоду. В общем, ждем вас в комментариях. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока.